Не все коту масленица. Ее сегодня устроили и для бездомных. В Екатеринбурге социальные работники и пенсионеры приготовили для бомжей развлекательную программу и угощение. Накормили блинами. И все равно у них тоже будет на душе тепло маленечко от блинов. Это, знаете, ведь блины – это истинно русское блюдо такое. Всегда же всех жалели, а и они и так бездомные, их жалко. Ну, напоим чаем горячим, блинами покормим. Кто их покормит вообще? Масленицу для бездомных устраивают уже 9-й год. Чтобы бродяги могли не только вдоволь наесться, но и повеселиться. Бабушки нарядились в русские народные костюмы, пели под гармошку, водили хороводы и устроили игры. Кроме хорошего настроения, бездомные получили в подарок теплые вещи. Они им, пожалуй, даже нужнее сытного застолья. Завершились необычные гуляния, известным масленичным обрядом, сжиганием чучела. Гости до того растрогались, что стали делиться воспоминаниями из прежней жизни. Маму дом вспоминаю сразу. Все нормально так. Все вкусно, хорошо. Отлично, мне нравится. Не зря пришел. Не зря привезли меня сюда.